клюквенный и охотничий. Да, и сена, садясь на белоришу, за столиком пьют пиво. Да. Ну, я ментов дожму. Болельщики есть три категории. Есть ярые болельщики, которым все равно хорошо есть, для них пиво и сосиски – это самая лучшая еда. Есть вторая – это стремящиеся, которые помимо сосисок еще чего-то едят, тоже достаточно простое, либо фастфуд, либо ну, какие-то стритфуд используют. И есть, конечно, очень хорошие болельщики – гурманы, которые, когда путешествуют, им всегда очень интересно куда-то зайти, остановиться и съесть местный специалитет. Зачем? Мы просто чтобы картинку поменять успеть. И выкладываю наш борщ, что ли? Когда? Не должны. Нет, на другом профиле продукции будут лежать в другом порядке. Все привыкли видеть традиционное русское блюдо борщ, да, то есть, который готовят, в принципе, на каждом шагу. Мы решили сделать немножко нестандартный ход. Мы сделали сухой борщ, закуска к пиву. Все те же самые продукты, что и в жидком, но в сухом. Поехали. Я просто лью сюда, да? Ну да. Отведаем. Думаем различные вещи, которые помогают это пиво еще и пить. Вот. Так сейчас вы видите, что у нас есть пивной самовар. Это русский механизм, агрегат, когда внутрь мы кладем не дрова, а лед, и потом пьем холодное пиво. Welcome to Nizhny Novgorod. Dry borscht, samovar of beer and beer ice cream are the best goods of our team. Пожалуйста, куриная сосиска с сальсой из перца и говяжья сосиска с криспи луком. Будем удивлять прекрасными сочными сосисками. У нас их два вида. Одна куриная, другая из говядины. Все готовим сами. Сосиски, булки, соус, все варим сами. Я думаю, что гостям понравится сочетание таких соусов, как барбекю и чимичурри.
Поскольку у нас будет чемпионат мира в 2018 году, мы загодя приняли решение изготовить, чтобы мороженое было символично похоже на мяч. Конечно, оно не в форме мяча, но его удобно держать в руках, удобно есть. И, конечно, оно состоит из нашего любимого русского пломбира.